том, как мяч отбит в броске и гол в девятку, забит и рукоплещет стадион. Футбольный мяч для нас стал лучшим другом, себя по праву он заставил уважать. Порой бывает не секрет, на поле туго, но чем труднее, тем достойнее побеждать. Лобка-бол, лобка-бол, это путь большой футбол. Лобка-бол, лобка-бол, лобка-бол. Лобка-бол, лобка-бол, это путь большой футбол. Лобка-бол, лобка-бол, лобка-бол. Дорогие друзья, юные футболисты, тренеры, родители, праздник, мне кажется, получился, турнир состоялся, немножечко грустно, что все закончилось, но осталось, как в любом обеде, самое сладкое, самое вкусное, вручение призов, медалей, кубков, награждение победителей. Our dear friends, sportsmen, parents, we are glad that we have finished the tournament successfully, but still it is said that we did it, that there will be no games left, so here is the award ceremony. Первым предоставляется слово дважды чемпиону России, игроку сборной России Дмитрию Сенникову. Все здравствуйте, я рад вас всех приветствовать на этом турнире. И, конечно, для каждого ребенка, мне кажется, это счастье вообще участвовать в таких мероприятиях.
Хочу пожелать вам, чтобы вы не останавливались на этих успехах, которые добились здесь. Хочу, чтобы вы проложили себе дорогу вообще в будущее, наверное, футбола. Я считаю, что каждый из вас, наверное, хочет стать хорошим футболистом и добиться каких-то результатов. Так что хочу пожелать вам спортивных успехов, чтобы вы стали хорошими спортсменами, хорошими людьми. Самое главное, что спорт, он не только дает вам какие-то там, успехи в жизни, но и я считаю, он просто поможет вам стать хорошим человеком. Я считаю, что в жизни это вам все поможет. И когда вы вырастете взрослыми, большими людьми, вы будете всегда вспоминать вот эти турниры. И я думаю, много всего хорошего у вас останется в памяти. Всего вам хорошего и, как сказать, хорошего будущего. Спасибо. Представляются многолетнему капитану сборной Латвии, многократному чемпиону Латвии в составе клуба «Сконта», игроку сборной Латвии Михаилу Землинскому. Добрый день всем участникам, футболистам, в первую очередь судьи, родители, бабушки, дедушки, сестры, организаторы турнира. Как уже сказали, жалко, что все заканчивается, да, но футбол продолжается. Мы обязательно с вами еще встретимся на футбольных полях. Хочется пожелать всем здоровья, удачи родителям. Хочется пожелать терпения, поддержки. И тогда мы через ближайшее время увидим много сильных, хороших, прославленных футболистов. Удачи! Но в итоге заняла второе место команда из Литвы «Тракай». И папа Метола. И победитель сегодняшнего турнира, команда, которая уже немножечко отмечала своими песнями, плясками, хорошим настроением победу. Сейчас, наверное, еще больше будет радоваться успеху. Генк Бельгия.